В Следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении завершилось предварительное следствие в рамках уголовного дела по факту государственной измены. Как передает канал 13 со ссылкой на спутник Армения, об этом во вторник сообщает пресс-центр СМБ Армении. Следствие установило, что гражданин Армении ранее неоднократно посещал Турцию, где его завербовали азербайджанские спецслужбы. Мужчина согласился передавать Азербайджану важные сведения за определенное вознаграждение. Обвиняемый периодически передавал азербайджанской разведке данные о вооруженных силах страны, военной технике, представляющей собой государственную и военную тайну. За передачу информации предполагаемый преступник получил $1500 от своих азербайджанских кураторов, отмечается в сообщении. На основании полученных данных гражданин Армении привлечен в качестве обвиняемого. Мерой пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде. По уголовному делу проходит и его супруга. Ей инкриминируется пособничество в государственной измене. В ходе допроса они дали признательные показания.